Так, давай, поздравляю всех черноморцев с днем военно-морского флота Союза Советских Социалистических Республик. Виват, виват, виват! Ну а помойте! А ну! Банкуй! Надо налить и в море. Виталя, ну как это у меня рука? Вдруг. Опа! Подошли, разобрали снаряда. Пока трезвые, все сюда в кучу. Мы еще видим, куда видеть. Да, пока вы еще видите, куда глядеть. Стали, разобрали. Морской на дне морском, без дела не скучал, корону чистил он песком, да корабль качал. Он не похож на всех царей, ни лгу и ни хвосту, царь океанов и морей, седой старик Нептун. Во всех морях наперечет знал тысячи дорог, какой корабль куда плывет, какая рыба где живет. Он любит смелых моряков, им не страшна беда, ведь тайны моря новичков, матросов, юнг. Хорошо, посмотрим, что вы мне приготовили. Ура!
собой в болото. Вот это повезло, так повезло сразу, да? Ай, так, стоять, я вам сказала, бояться. Так, ну что ж, наконец-то мы добрались до этого праздника. Ну, наконец-то ведь! Вот здесь-то я и повеселюсь. В тени болотной засиделась. Скучно мне там было. Может, здесь что-то веселое есть, а? О, а давай поиграем в ладушки. Да надоел ты мне уже со своими ладушками. В болоте ладушки. Хочешь, мы станцуем? Хочу. Танцу. Видела я эти танцы, видела не то. Что еще придумать? О, а давай посчитаем твое богатство. Богатство считается? Это мое любимое дело. Ну-ка, давайте-ка. Итак, сколько у меня потопленных кораблей? 5, 25. Отлично. Так, скажите ко мне, а сколько я на эту зиму лягушечек-то насушила? Так, 36. Хорошо. Ой, а утопленничков сколько в моем болоте? 7, 5, 35. Отлично. А сейчас мой самый любимый момент. Сколько у меня злата, серебра, добра-то разного? О, много здесь. Конкретно? Много, очень много, куча. Так, хорошо, добра много. Утопленнички есть, лягушки есть. Но знаете, вот все равно мне не хватает чего-то. Чего? Да не хватает мне власти, славы и уважения. Да мы же тебя уважаем. Вы меня уважаете. А я хочу, чтобы меня все уважали. И, между прочим, знаете, я вот, между прочим, в молодости, 351 год назад, я чуть замуж за водяного не вышла. А теперь жалею, что не вышла. Да где же мы тебе его сейчас найдем? Ищите мне жениха. Так, но для начала у меня есть план. Здравствуйте, все сухопутные. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Ой, вы знаете, хотелось бы поздравить с праздником Нептуна. Глупо, да, звучит? С праздником Нептуна, да. Нет, ну все нормально. И объявить кастинг на нового мужа мне и, соответственно, на нового царя морского. Итак, пираты мои дорогие, приведите ко мне первых двух претендентов. Мужчины! Где мужчины? Где статурные такие красивые мужчины? Мужчина! Выходи, мужчина! Ой, здравствуй! Она моя! Ну прекрати! Просто так рукой и сердце никому не отдам. Надо пройти мои испытания. О, потом! Откуда я знаю, что ты мне подходишь? А? О, я буду вас стеречь. Одно да, но сейчас будет... О, привет, как зовут тебя? Сергей. Сережка, ты откуда? С Кунана. Ой, Сережка, да мы ж вообще с тобой практически земляки. Вот этот загубничек, надуть этот шарик. Подождите, команды не было. Ну, готовьтесь, смотрите-ка. Ой, ну все хотят быть моим мужем, вы представляете, нечер. Ну что, давайте, готовы? И раз, два, три, поехали! У кого лопнет первый? Кто ты? Главный. Ой-ой-ой. Ой, Серега доску надо тренировался. Чего ты забираешь? Верни им. Да верни. Они ж ко мне на свидание-то под воду ходить должны, дышать-то чем будут. Пока. Так, ну что, ты пока здесь постой. Еще одного в пару. А я пока познакомлюсь со своими кавалерами. Встаньте, пожалуйста, мальчики, чтобы все вас видели.
Ну, рассказывай, чё, как, сам, откуда приехал? Из Москвы. Из Москвы? Круто, как зовут? Сергей. Сергей из Москвы был. Сергей из Кунана, Вася из Москвы, теперь Сергей из Москвы и... Из Москвы. Из Москвы, как зовут? Женя. Женька. Женька, вот везет ли сегодня на столичных? Тот самый крутой чувак. Пойдем. Так, поставьте нам, пожалуйста, что мы будем, вот финал эстафеты, девоньки мои русалочки, вот сюда, ну, ага, и сюда, пожалуйста. Но то, что они там стоят, ничего не значит. Замуж выйду я, понятно? Все, по моей команде бежим, каждую свою русалоньку оббегает, фотографа не зацепляет, возвращается ко мне, к самой красивой женщине в болоте. Итак, погнали, пацаны, подождите. Поехали! Серегу подарок. Сережке, пожалуйста, дайте-ка. Серега, снимай лапти. Ты пока тоже снимай. Ты вышел во второй тур. Подожди. А это пока... Нет, он идет во второй тур. Арбуз тоже Сереге дайте. Где еще два мужичка-то? Идем ко мне. Женька, оставляй. Виктор, откуда? Угадай. Москва? Я же говорю просто. Ой, в столицу точно перееду. Итак. Парни, тогда огонь, погнали! И опа! Смоленск с семимильными шагами побеждает и выходит. Не снимай лапти, стой уже в них. Так. Вместе к аплодисментами наш морскую гостью. Не по нраву, конечно. Молодцы! А я знаю, почему так все случилось. Случилось все потому,
кто ж на рыбалку с минералкой ездит, правильно? Вообще. Ну что, давайте еще раз поддержим наших рыбаков. Поддержим же? Да, давайте начнем с них, по старой схеме. Ловить рыбка большая и маленькая. Ловить рыбка большая и маленькая. Ловить у девушки рыбка большая и маленькая. Так, выходи. Еще с фотоаппаратом. Это мы потом селфи будем делать, да? О, смотри, какая красавица. Так, ну, выходите тоже. Вот ты, футболочки. Настя, Москва. Даша, Санкт-Петербург. Справа, слева, справа, слева. О, боже мой, конечно же, справа. Давай. Есть. Кличка. Асмина. Скат. Медуза. Кефаль. Отлично. И приз. А мы продолжаем. Давайте. Всем гостям Черноморского привет от Нептуна. Мокрейший из мокрейших. Здравствуй, мой братик пятиюродный. На седьмой воде кисель родственничек. Подарок тебе принесла. Смотри-ка. Подожди. Будем торжественно вручать. Получай-ка, братец, подарочки. Ну вот и все. Теперь я самая главная в царстве морском. Итак, на старт, внимание, шляпу не теряем.
круг, хоровод, быстренько, круг. Хоровод, быстренько, быстренько, хоровод. Все, становимся, круг. Любую песню, колыбельную. Нужно хлопать вас ногами и рассказать им какое-то умножение на 7. Учили? Учили? Я знаю, правильно. Мы бы там быстро со всей нечистью порядки навели. Ни одного бы пирата, ни одного бы вредителя не осталось. Брысь Нептуна Великого! В связи с празднованием моего дня рождения повелеваю организовать массовое купание всех обитателей сего пляжа в Черном море и массовое катание на аттракционах. В первую очередь искупать в море тех, кто еще не купался. Всех не явившихся на катание наказать троекратным обливанием морской водой. В подводном царстве на коралловом троне сидит Нептун в золотистой короне. Повелитель всего, что живет под водой, но все же скучает Нептун порой. Тогда русалки его развлекают, повелитель ведь никогда не скучает. Русалки веселые ведут хоровод, владыка морей танцует, поет. Как только напляшется, сразу опять дела государства начинает решать. Но вечер, и солнце садится за море. Его королевство, не задетое горем, спокойно и тихо, тотчас засыпает. Лучше правителя не убивает. Ну что ж, друзья, и мне пора прощаться. В путь, дорогу собираться. Повторяю я опять. Сухопутных всех если хочешь
счастливым, оставайся.